них один стан. Ну, у нас как бы тоже со станом проблема. Нет, у нас... А, у нас три стана. Короче... У кого? У коня. Рома будет улетать, мне кажется, там. Конь, катун. Я улетать буду? Ну да. Снова и главное, принканоться правильно. Не главное войти в лес и убежать. Так, а что, сейчас нужно стопить или не нужно? Не-не-не, тебе не нужно. Тебе двух можно. Иди сразу сюда. Хорошо. Не, кстати, он может двух последних стопить. Двух последних. Не нужно. Не нужно вообще на красном ничего стопить. Мне первым собирать щит на масхил, да? Угу. Окей. Я, кстати, я буду залетать после ретрофи и после нашего зона. Паш, ты смотри по ситуации, но он нужен. Ребят, сразу говорю, я залетаю после двух танков. Я не буду инициировать. Ну, тут я лицом торгую. Так, я еще забираю красный, потом иду на линию, да? Да, варды, варды не забываем. Окей. Я, кстати, варды все покупаю. Да, кто там может слотик освободить? Да, кто может? Я на саппортов не покупаю, на керри не буду. Но постараюсь. 75 монет. Я могу попробовать застилить красный баф, тогда все это будет давать сразу. Экшен на старте? Ну, сомнительное удовольствие. Наверное, я очень не могу. Тут нужно раннего бига не просрать. Они могут забрать его. Ром, белка с пауками заходила, нет? Без. Скорее всего, пауков уже забрали. Ну да. Радуйся. Я наверх. Я так чисто испугаюсь. А вам тем тут лоб. Не, отойди, дай пофремлю. Хотя бы скилл. Да норм, норм, иди. Не, фарм. Нет. Я от него умру. Хотя не знаю, боюсь ли эту хрень, то что. На старте гамгать, кстати, смысла нету, под башню там лезть, потому что с этой скрижалью. И там плюс степки вообще говно будет. Тебя катун жесткий парень. Катун четвертый уже, нормально так. Он на лекаре играет. На лекаре? Да. Удачи ему. Блин, а я, кстати, я не помню свои таланты на этом. На танке какие у меня. Какая были? Разница, ты скрижалики? Ну, хотя есть, да. Удачи, успехов в замесах. Белка просаженная. Только при теле говорите фокус. У тебя не все нормально? Да, нормально. Не, ну если они не идиоты, сейчас следят в меня, то есть тут не боятся. Ага. Я у них пауков уже второй раз ворвал. Красавчик. Что-то они как-то вообще не по таймингу забирают. Они хотят раннего бига. Ой, это дракона хотят. Наверное. Да, кстати, варзен на дрейков. Уже у них конь, я думаю... Мари, тэпку дают, лоу. Кого? Дек. Нужна помощь? Не-не-не-не-не. Напрягаю я их. Отлично. Так, я шестым скоро буду уже. Через минуту. Тень, все нормально? Тэпа на тень. Фокус. Норберта. Ретрофи. Фокус, наверное, кого? Конь. Блин, охренеть.
должен сдохнуть. Должен сдохнуть. Альберт, убегай! Убегай! Давайте ретрофим. Убиваем, убиваем, тварь. Все, отходим. Слушай, а что так долго тэпку просили, ребят? Ну, я думал, сдохнет, я забыл про стрижали. Я тоже, кстати, забываю. Меня выносит, у меня лох хп остается, я убегаю, потом вспоминаю. Варды купить еще? Я драка заваржу. Рома, оставь, оставь, пожалуйста. Этого маленького не надо, Альф, мы его сейчас заваржу. Рома, оставь, оставь мне, все равно на базу идет. Сергей, иди на лайн. Мне опыт нужен. Блин, мы сейчас драку можем забрать. Давай, давай, давай. Кто-нибудь там схватит потом. Мне сейчас мать, и все, у меня 6. Ребята, на линию кто-нибудь пойдет там? Стоп. Я сейчас отправлю. Прям два крипа его. Убил вард. Что это? Катун, катун сразу утонул. Тэпка есть. Остановись, драка. К вам идет этот... Да, есть. Сергей, добиваем. Должен сдохнуть. У него скрижали, чтобы вьюзалось. Да ты что за хуйня? Ну, у него не 3 минуты, так что... Ну, до этого у него такая же проблема была со скрижали. Ну, мы его добить не могли. Я в него огонек кинул. Ну, она отрегенилась. Так 3 минуты не прошло. Ну, я говорю, не 3 минуты там. Это уменьшено. Бей. Важно бега поставил. Да, ну, по-хорошему, надеюсь, что-то не видно на следующий раз. Я не смотрю. Да не, пофиг. Главное, чтобы был. Рома молодец. Все, книжки застелил. Альп, иди сюда. Ну, иди в четвертый волну. Может, убьем. Угу. А у меня тут какун? 160. В смысле, у тебя так же? Так же. А, ты выкутался и дал ТП? Тень, зайди, тень, зайди. Да. Они скрижали тоже. Да умираю. Да мы точим. Я шарики. Как орешки. Бля, Саня, заебался. Один раз на пистол уже все. О, Аль, давай Пашку. Я человек простой, башню побил и отошел. Ой, катон пришел. Смотри, там красный появился. А сейчас заберут. Встрянем там, нет? Лучше башню продамажить. Я посмотрю. Ах, бич. Забрал там? Нет, ну он красного забрал. Там внизу, да, кипиш, нет? Ой, наверху. А, не, никого нет. Сергей... Она есть, но она такая себе. Нет, смысла нет отбираться. Я так, по баичу. Меня с блин катнул. Я лес дул. Паш, давай напряжем. Молодец. Да пусть прыгает. Все, он пробитый, хватит. Так, там ретрофи и тень. Тень можно это, булочки размять, ребят. Ребята, на прошлом замесе они тени давали, да, все? Да. Ребят, у меня тут тень, ребят. Вот она, прямо у меня, смотрите. Там, тут еще и конь, тут трое, ребят. Подходите. ТП 20. 25. Так, тень, аккуратней.
Она пятый левел, я восьмой, я в принципе не боюсь. О, ну пусть Рома пока спокойно будет. Да. Да, более чем. Да, норм, норм. Да, я понимаю. Спасибо большое. Ох, я так быстро подбежал. Так, у Ивана эти проблемы. Не, у Ивана, да, не могу. Теле есть. Нужно? Не, нет. А что у нас по хен стоит? Интернет накрылся. Серьезно? Ну, вроде бы, да. Так, да, улетели в Харсу. Нет, Пахен. Пахен тут? Ой, отходим, отходим. Две тели, отходи. У нас у всех ТП есть. Все, да. Мочим. Гутень. Фокус. Ой, блин, сало, сало. Я от Харсы убегаю. Кому тели? Бля. Да. Спасибо. Но живу. Да ну ладно. Хорошо. Спасибо. Не надо, у нас все нормально. ТП от души прям, мне понравилось. Ну только ты пораньше говори. Я другим давал, либо тебе, либо Али. Замешивался. Блин, если прыгнет, будет очень хорошо. Вот, я могу влететь. Давай. Подожди, пусть подойдет. Давай. Сука. Что за фигня? Я ему только недавно пробил скрыжаль. Она опять у него. Ну он, походу, бесконечно. Башню добьем. Она после смерти регенится сразу же, наверное? Ну, все. Иди, карточка. Такая длительная подготовка была. Это не женский такой? Ну вот, мне как раз для меня нужен, кстати. Все, спасибо. Вообще круто. Ой, это. Можно опять? О, Максим вышел еще. Стоп, а почему Максим два раза вышел? Это хоу. Они сушатся. Они еще будут, нет? И прежде чем. Я спросил. Максим.